Итак, в этом видеоуроке мы с вами создадим страничку э, «Обратная связь». А также, поскольку страничка «Обратная связь» будет, ну, в основном там будут какие-то формы, там, по типу отправ... ну, кнопка «Отправить», там, форма «Тема», там, само сообщение и так далее, то странички «Вход» и «Регистрация» мы затронем так же само. Э, просто уже скопируем туда информацию и вставим, так как они будут, ну, в той или иной степени, но похожи на обратную связь. Поэтому в этом видеоуроке мы с вами сразу сделаем три странички. Обратная связь, вход и регистрация. Итак, э как я уже рассказал, э чтобы создать новую страничку, нам потребуется зайти в нашу папку 3W и здесь написать, ну вот смотрите, у нас э мы ссылаемся на, в обратную связь, да, обратная связь feedback.html. Вот даже скопирую эту штуку, название. И здесь просто... Э Oops. И здесь просто добавим документ. Сохраним его под названием feedback.html. И сохраняем в папочку. Вот он у нас здесь появился. Теперь э, копируем весь код из нашего index.html и вставляем его сюда. Опять же удаляем вот это все. Сейчас. Так, и вот эту штуку. Оставляю только в wrapper и articles. Теперь что нам потребуется? Ну, давайте даже перейдем сразу. Вот наш feedback. А теперь что нам здесь потребуется? Нам потребуется такой тег как Oops, form. form. То есть form это мы говорим о том, что здесь формочка. В, данном... в нашем случае это форма отправки сообщения. Тут можно указать action. Oops, action, 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 Ну у нас на этой страничке будет все происходить. В принципе, вот эти все сейчас, что я тут буду указывать, вот, к примеру, message, да, там тип, да, пост, то они уже больше для вот PHP языка нужны, так как ну, функциональность вот эта правка, она уже идет для, ну с помощью HTML мы не отправим сообщение, а вот с помощью PHP отправим. И вот эти все атрибуты, они уже служат для языка PHP. Вот. То есть, в принципе, можно тут особо не задумываться по поводу всех этих, ну, вот этих всех э, тегов, э, атрибутов, а просто, к примеру, записать такой атрибут, как ID. Или нет? Класс, давайте запишем. Класс мы запишем как... Form, да? Но в принципе, в принципе можно даже классы не писать. Так как мы можем ссылаться на этот сам тег. Поэтому я его не буду записывать класс. Теперь поехали. В формочке у нас будет, к примеру, input type text. Да? Кстати, можно скопировать его вот отсюда. У нас же здесь есть в шапке тоже input. Можно просто скопировать отсюда. Для тех, кто не хочет набирать это все. Но вообще лучше всегда это набирать, потому что там считается, что программист, вот, например, веб-программирование, если вы написали около уже 100 тысяч строк кода, то только тогда вы уже начинаете разбираться и вы уже хорошо знаете в своем деле. А до этого вы все-таки еще плохой программист, еще мало чего знаете, и поэтому вот я сам лично, я не знаю, что написал я 100 тысяч строк кода, но я думаю, написал. Так, как у меня есть 9 сайтов, я думаю, там будет на 100 тысяч строк, поэтому я вот и делаю эти уроки. Надеюсь, они вам нравятся. Так вот, по поводу input. Ну, type text мы ставим, class field, к примеру. Placeholder у нас будет здесь тема... Так, 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 тема сообщения. Радбел не нужен. Вот. Э, По-моему, пока ничего нам больше не надо. Также у нас будет еще э, type email. Э, ну, понятно уже email. Там, к примеру, адрес. Адрес собачка. Так даже напишем example, э, .com example да, все правильно написал. Вот email. У нас будет, э, и будет еще что у нас. А и имя, текст. Э, тоже текстовое поле, и вот здесь введите ваше имя. имя. Вот. И последнее, что нам потребуется, это само э, поле для сообщений. То есть это текст Ну, вообще тут не надо эти пробелы. Вот текст array. Э, ну, пока больше никаких атрибутов для нее не будем отдавать давать ей. Итак, обновим нашу страничку, посмотрим, что у нас получилось. Вот, что у нас получилось. Вот эти два поля, они, как вы видите, уже со стилями. Почему они со стилями? Так как у нас здесь вот, ну, так как они имеют класс Field. Да, Field у нас и здесь используется. Поэтому я предлагаю удалить эти стили, ну, классы эти. А создадим новые стили для вот этих формочек. Вот. Вот что мы теперь имеем. Вот такие четыре поля. Кстати, тут тоже дадим сразу placeholder для текста и напишем ее, его введите ваше сообщение. Вот. Так, теперь по поводу стилей. Стили мы задаем, как обычно, в нашем style.css и будем их задавать вот под э, стили для страничка у нас мы тут их будем задавать. В принципе, вообще, если у вас много вот таких формочек существует, да, к примеру, там обратная связь, какие-то там комментарии, там вход, регистрация и тому прочее, очень много вот стилей для форм, то вот эти все стили для форм можно еще один сделать файл. К примеру, записать уже не как style.css, а, к примеру, там form.css и вызывать этот э, стиль, этот, этот файл только на нужных нам страничках. Вот, например... Этот файл он нам не нужен на index.html, да? поэтому мы его тут бы не вызывали. А вот form.css мы бы только здесь уже и вызывали. Но, в принципе, у нас сайт простой, то будем все в одних стилях писать. Так как у нас, смотрите, у нас всего лишь 255 строк, а в принципе, там до, 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 до 2000 строк, это, в принципе, еще нормально, если вот они все на сайт идут. Да, на весь сайт таких хватает 2000 строк, то, в принципе, мы ничего еще не сделали. Итак, опять, я вот комментарии, я их буду ставить, так как я рекомендую ставить комментарии, они вам пригодятся. Это я знаю по личному опыту. Здесь мы пишем стили для формы. Для формы, ну ладно, для, просто для формы. Вот, э, здесь-то нет. Мы же просто к тегу с, обращаемся, здесь ставим тег форм, э, и к нему об, задаем ему стили. Итак, он у нас и так находится в теге articles, поэтому занимает всего лишь 80%. Мы же можем сделать, что он будет, к примеру, иметь ширину bits um, ну давайте, давайте 50, нет, 50, это, наверное, мало, 60%, 60%. И margin left он будет иметь 20%. Вот, то есть по центру будет находиться. Что еще тут надо? Ну, если что-то пригодится, то. А, да, float left, конечно, вот это еще стоит тут добавить. А так, если что-то и пригодится, то добавим потом. Что я хотел здесь такое показать. Вот смотрите, здесь мы ссылались к input type. Ну вот, к вот этому нашей к нашему input, который для поисковика, поиск, мы ссылались как input type text. Здесь ставили класс, ну, то есть input type text у которого класс field вот к примеру мы это скопируем к примеру но будем обращаться теперь по новому то есть можно обращаться и вот таким вот образом вот это удаляем ставим form input вот ко всем э, input, которые находятся в теге form да вот вот эти три inputа мы применяем вот эти стили к примеру мы будем применять уже ну ладно, давайте те же самые. В принципе, тут уже не в стилях дело. Тут просто я хочу уже показываю, как это все делается. Поэтому оставим эти все стили. Оставим, к примеру, что он... Ну, что еще тут можно добавить? А, да, что он float left, этот каждый этот элемент будет. И, в принципе, что он clear boss, наверное. Да, и здесь то же самое мы добавим. Просто по-новому их запишем. Вот так вот. Обновляем. И вот то, что мы видим каждый новый элемент, каждый элемент input в новой строчке, но нету вот отступов. Отступы стоит добавить. Margin bottom будет у нас 10 пикселей. И вот тут ширину еще добавим, потому что они маленькие действительно получается. Добавим ширину в виде 40%. Обновляем. И вот то, что мы имеем. Неплохо. С этим полем мы еще не игрались с CSS, поэтому оно вот так вот некрасиво пока выглядит. Также можно добавить лейбл. Вот, в принципе, я что-то забыл об этом, но лейбл это штука нужная. Лейбл for ставим. И здесь нам потребуется ID указать. ID, а, и name, кстати, тоже укажем сразу. Name это название этого input. Это потребуется нам, к примеру, для PHP, чтобы брать из него value, то есть значение. И, ну, а ID просто можно ссылаться. Вот, к примеру, так, здесь даже не закрыл я. Вот, к примеру, это у нас будет э, тема сообщения, значит, Subject. subject да. И ID у нас тоже самое будет. Это совершенно нормально, что Name и ID совпадают. For уже ставим э, для Subject. For у нас определяет ID. То есть, вот, к примеру, Name можно удалить и будет ссылаться уже э, на, именно на этот input. Здесь ставим мы то же самое, к примеру, тема сообщения. Лейбл я рассказывал в своих уроках HTML. Зачем он нужен? Вот видите, без стиля он тут не очень красиво выглядит. То есть мы можем просто навести курсор мыши и нажать на этот input. А можем с помощью, если это лейбл, то нажать на лейбл. И поле сразу становится активным автоматически. Так, сначала лейбл добавим, а потом к ним стили применим. Сюда и сюда его сюда его добавим. То же самое. Добавим наши id и name каждому input. Вот так здесь перебор. И вот. Здесь у нас что это? что это? Видите, имя name значит будет. Здесь тоже name. Здесь name. Видите, ваше имя скопируем. Ставим сюда. Здесь email значит так и пишем. email, email, email. И здесь тоже поставим Email. Так, опс, там Т осталось. Вот. Пока не будем обновлять страничку проверять, а дадим стили. Стили запишем вот здесь, к примеру. Form label. Uh, float left, конечно же. Margin. Ну тут даже знаете, как мы сделали, что он вид 100%. процентов, чтобы оно, uh, ну получается, чтобы каждый наш input был uh, под uh, label но так вроде, на, ну, думаю, нормально так будет. Merging Bottom добавим 10 пикселей. Посмотрим, что у нас получается. Вот, в принципе, неплохо. Только одна вещь у нас тут мне не нравится. К примеру, Merging Left. Вот, для инпутов можно удалить. Мы скопировали этот стиль, и я не увидел это. Вот так оно, вот, в принципе, неплохо выглядит. Вот. Так, ну, в принципе, уже неплохо. Осталось добавить только наше вот именно сообщение. В сообщение. сообщении я забыл про лейбл, поэтому тут его тоже поставим лейбл. Поставим наши ID и name. Угу. Да, ID и name поставим. А message будет у нас. Сообщение. И здесь тоже message. Введите ваше сообщение. Вот так, даже можно. вот так теперь по применим стиль именно для текста то есть мы берем форм form, form array. Uh, так ну давайте вид будет у нас вот к примеру это у нас 40 процентов это у нас будет побольше 60 процентов float left конечно же uh, clear boss да для того чтобы оно uh, не не прилегала к другим элементам. Дальше, что мы еще тут запишем? Ну вот, вот этот форм текст мы еще применим, когда фокус будет. То есть, когда при нажатии на этот текст и его будет border становиться 2 пикселя. Хотя, не, наверное, это будет глупо. Давайте не будем это применять. Так, что еще? Что еще можно сюда добавить? Ну да, background, кстати, можно добавить, background-color, это будет у нас вот, к примеру, f5, f к примеру, да. Ну и давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такое вот поле. Не самое лучшее, поэтому добавим еще стили. Border добавим, к примеру, border у нас будет, ну ладно, не 0, а 1, 2 пикселя, ладно, такие быть, 2 пикселя. Solid-Silver, silver, и тогда уже можем и фокус применить к нему. Вот. так э, что еще border-radius можно применить и вот что я забыл padding, конечно же, padding, padding это важная штука, о ней забывать не стоит можно даже здесь 10 и можно font-size, кстати добавить, ну, то есть я показываю просто вам какие можно э, свойства добавлять для этих всех полей, то есть их достаточно много этих свойств, и я даже их Половину, наверное, я даже вам не показываю. Но, в принципе, то есть все те свойства, которые для других элементов применяются, те же можно применять для, для этих полей. Вот то, что мы имеем. Да? Ну, крупно так, жирно, но прикольно это выглядит. Да? Вот, в принципе, как по мне, уже неплохо. Можем даже добавить вот этот background-color для всех инпутов. И вот, что мы имеем. Достаточно неплохой уже такой форма отправки сообщения не хватает только кнопки. кнопку мы добавим с помощью input type submit. добавим для нее value, то есть, например, отправить. ведь. добавим для нее, что еще мы добавим? id для нее добавим. там send. и name добавим. name будет у нас ну тоже send, send вот в принципе теперь э, по поводу стилей к ней пишем form form send э, здесь мы добавляем э, стили такие как ну во-первых float left во-вторых э, width нет width не будем добавлять padding добавим padding у нас будет по ну 10 пикселей вообще э, background color добавим Будет у нас какой-то такой красненький, к примеру. Вот такой, к примеру. А, что еще можно добавить? Border-radius можно добавить. 5 пикселей. И посмотрим, что получается. Вот такая штука получается. Так, 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 так. Merging-top, а, конечно, надо добавить. Это 10 пикселей. А, потому что, знаете, почему ничего не срабатывает, я же забыл, что у нас надо добавлять, мы же обращаемся к этому, к ID, а не к input. Вот, и тогда все стили срабатывают, вот, что мы имеем. Ну, понятно, с кнопкой можно там возиться достаточно долго. Я вот применю еще пару стилей. Это фонд size это будет у нас вообще 2EM. 2EM. Вот, опа. И вот такая штука Color добавлю еще. Белый цвет будет у нас. И вот саму кнопку сделаем немного более красным. Вот. Вот такая вот штука теперь у нас получается. Плюс добавим еще такое свойство, даже может не рассказывал о нем, курсор. То есть какой у нас будет курсор. Можно auto поставить, это будет вот какой он сейчас и является, да, обычный вот такой auto. Можно добавить pointer, то, что мы добавим, это курсор активный. Ну или как он там называется, что вот он становится вот такой вот, как будто это ссылка. Да, там еще много есть разных значений этого курсора, но в принципе два самых таких часто употребляемых. А если надо еще посмотреть вам, то, конечно, зайдите в интернет, в google напишите курсор. Ну, курсор.html просто, и вам там выбьет все эти курсоры, все их значения. Вот. Точнее, не курсор.html я назвал, а курсор CSS. Надо написать в Гугле. Вот, так. И последнее, что мы еще сюда добавим, все-таки это стоит добавить это hover, эффект при наведении. А все, что у нас будет меняться, это наш задний цвет цвет фона. Вот, ну, желтый это как-то. Вот давайте вот такой немного. Посмотрим, что у нас получится. Раз. Да, в принципе, неплохо. То есть, конечно, стили здесь, наверное, не лучше. Но я хочу что сказать? Что хочу показать вам сам механизм создания стилей для вот input а и вот этого текст и для submit, например, кнопки. Я надеюсь, вы поняли. А стили уже сами можете там добавлять и, в принципе, все будет отлично. Теперь добавим это, э ну, сделаем то же самое для регистрации и входа. Только здесь уже будет все, в принципе, быстро. Смотрите, мы добавляем новый документ. Посмотрим, как он называется. Rec.html. Сохраняем. Сохраняем как Rec.html. Rec здесь берем этот весь, копируем код с фидбэк. Сохраняем. И смотрите, Rec, регистрация у нас уже то же самое, в принципе. Да, ну не буду я здесь уже как-то играться, если хотите, можете попробовать там поиграться с этими уже стилями для регистрации, для входа, но, в принципе, все то же самое, и чего то новое там вы, я не думаю, что найдете. Так, и вот э, aus это наш вход будет, то же самое сохранили, и вот теперь вход, раз. То есть, смотрите, перейдем на нашу главную страничку, мы уже имеем главную страничку, крутая главная страничка, да. У нас есть э, наша вкладка о нас. Вот about us. И здесь вот можете писать что угодно. Также у нас есть поле для поиска. Э, оно не работает, так как у нас нету PHP, нету знаний PHP. Мы можем создать, конечно, страничку с этим, где будут выдаваться эти все результаты, но они не будут выдаваться результаты, как, так как нету PHP. И нет вообще никаких материалов, чтобы искать по ним. Да? Ну, в принципе, там технология та же, если по поводу, если говорить о HTML и CSS. Та же технология. Теперь у нас есть регистрация. Да? Регистрация вот rec.html выглядит так же, как обратная связь. Feedback.html. И есть вход. AUS.html. Выглядят все они одинаково. Но я говорю, я не хочу тут слишком делать этот длинный такой урок. А в принципе я показал вам основы, как это все можно вот создавать и такие вот штуки делать. Так, ну, спасибо, в принципе, за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До скорых встреч. Пока.